во все времена находились те, кто, не желая жить по установленным правилам, создавали себе свой собственный мир. Мир, в котором нет запретов, границ, а происходящее порой не имеет ничего общего с реальностью. Где ключи? Всем привет, меня зовут Роман, это моя машина, 530-й бензин, 2020 года, объем 2 литра, хотелось бы выхлопа чуть погромче. В принципе, стоковая машина устраивает, но иногда охота какого-то задора. Молодость играет. Молодость все прощает, всех прощает, всем прощает, ну нихуя не обещает, юность все. Хочу заслонку управляемую. Договорились убрать резонатор, чтобы было погромче, позлее. В принципе, если будет гул, договорились там добавить вот этот резонатор Рингольца. Вас нашел на YouTube, понравился, в принципе, подход, как все рассказываете, понравились сцены. Созвонился, записался, приехал. То есть все отлично. Ладно, проезжай, сейчас потихатка с тебя нам. Да не, я бы, может, еще бы рассказал бы, если бы этот летний вариант был. Зимний-то совсем скучный. Она, ну, на видео видно будет, что она стоковая. Это хорошо. Ага. Прикольно. Пока, правда, непонятно. Не, это круто. Прям то, что я хотел.